понятно, что нам всеми способами дают понять, что мы не нужны. И вот мы не нужны не просто вот как факт, да, а как образ мыслей, как все то, что происходит вокруг газеты, и все то, не только то, о чем мы думаем, а то, о чем мы только собираемся подумать. Мы уверены в своей позиции, мы уверены в своей правоте, да, мы будем оспаривать и предупреждения, и будем готовить свою позицию в суде. Ну, конечно, у нас нет иллюзий, мы примерно понимаем, чем это может кончиться, но кончится лицензия, не кончается, слава богу, жизнь. И пока мы все в состоянии, мы придумаем что-нибудь еще.